На востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение, зафиксировано по меньшей мере 22 подземных толчка, магнитуду оценили в 7,4 балла из 10. По интенсивности сотрясений событие оценивается как уничтожающие. Турецкие власти объявили в стране самый высокий уровень тревоги. По словам губернатора одного из городов, после землетрясения обрушились 130 зданий, из-под завалов достали 3 погибших, еще примерно 100 человек получили травмы разной степени. Большое количество зданий обрушилось и в Сирии, есть жертвы, много людей в ловушке под обломками в северо-западной части страны. В турецких и сирийских городах обрушились десятки домов, больше 170 человек погибли и сотни пострадали. По предварительным данным, суммарно в Турции и Сирии пострадали по меньшей мере 1000 человек. 284 человека погибло при землетрясении. Более 2300 человек пострадали, свыше 1700 домов обрушилось, власти Турции.